проходил сейчас границу. Границу проходил русскую на вылет. Ребят, ну это, конечно, не для слабонервных. Это зрелище интереснейшее. На самом деле, характернейшее. Пустоглазый ГБУшник выглядывал и рассматривал. Рассматривал и улыбался, чему-то своему читал. И так ровно каждый паспорт. Ровно 3 минуты. Оказывается, это норматив. Я потом у дежурной спросил, уже после всего я спросил, это норматив или что? Почему мы каждый, нас четверо, мы проходили границу 12 минут. 1 и 2. 1, 2. 12. Я понимаю, что это демонстрация силы, это демонстрация власти, это демонстрация нашего ничтожества. Я все это понимаю. Я все это понимаю. Я понимаю, что это, в общем, выездная виза. Нам дали выездную визу, разрешение на выезд. И спасибо, что дали. Но все равно, как-то, знаете, вот не совсем это нравится. Нет, не совсем.